терпишь ты, моя земля, разорванная на куски, где были родники, поля, следы жестоких дел людских. Полынь покрыла твою грудь, чтоб защитить, закрыть от бед, чтоб силу ведьмину вернуть, дремавшую так много лет. Мы вышли из тени, чтоб землю спасти, и ведьмино семя будет расти. Вернем то, что было, чему не сгореть. Прибудет с нами сила, прибудет сила, империя сильнейших ведьм. Открылись древние пути и нити, что оборваны. Мы восстановим, совместим во все четыре стороны. И уходя, вернемся вновь увидеть, как цветет земля, откроет нам свою любовь, единая и неделимая. Мы вышли из тени, чтоб землю спасти, и ведьмино семя будет расти. Немножечко внимания. У нас есть радостная новость. В нашей империи прибыло еще талантливых мастеров. И у нас вышла в свет книга Ксении Веды. Вы уже, наверное, все видели, да? Значит, «Сказы планеты». И вышла совместная работа Жени Приемова-Велидара и Ксюши. Значит, карты. Вот такие вот шикарные карты. Вот, это оракул планет. Он имеет и сути, и, собственно, сами карты. Автор, наверное, расскажет лучше, чем я. Вот, это к тому, что империя растет, империя становится более разумной, мудрой. И у нас появляются замечательные мастера, которые уже делают свою работу. Вот, с чем я, в общем-то, всех и поздравляю. Особенно Ксюша уже получила карты. Мы сегодня вручаем Жене, сегодня их только получает. Сегодня Жене, ура, поздравляем! Не по крови, а по призванию. Зовем тех, что с земли матери ушли, зовем наш круг силы. Тот круг, что полынью окурен, небесными и земными силами свят. Да будет сила с нами, да войдет она в нас, да прибудет она там, где солнце, там, где дождь, где ветра гуляют на просторе, где трава ноги нам целует. Собрались мы ныне силу принять, силу понять, силой напитаться.